Дом, в который не зайти и не выйти. Жительница одной из многоэтажек Махачкалы жалуется на то, что не может попасть в собственную квартиру. Дело в том, что героиня нашего следующего сюжета имеет ограниченные возможности здоровья и передвигается на инвалидной коляске. Условия для передвижения особенных людей, как правило, не предусмотрены во многих домах Махачкалы. С какими сложностями приходится сталкиваться Бариат Мирзаалиевой, расскажем в следующем сюжете. Попасть в свой дом, впрочем, как и выйти из него для Бариат Мирзаалиевой – настоящее испытание. Подъем у пандуса слишком крутой, и без посторонней помощи здесь не обойтись. Но и это не единственная проблема для девушки. В доме регулярно происходят сбои в работе лифтовой системы. Каждый день раза два я выезжаю из дома. И зачастую бывает, что лифт может просто не работать. У меня не раз бывали моменты, когда я просто не могла выехать на тренировку. Даже было, что я не могла просто попасть на работу, только потому что у меня не работает лифт. Бариат Мирзаалиева – опытная лучница. В прошлом именно лук вернул ее к нормальной жизни. 18 лет назад по халатности врачей она стала инвалидом. Долгих 12 лет просидела дома в четырех стенах, пока не увлеклась стрельбой из лука. Девушка стала первой в истории дагестанкой, завоевавшей медаль чемпионата России среди спортсменов-колясочников. Из всех это Кубок Европы. Мы ездили туда со сборной России. Вот. И это одна из моих единственных наград на международном уровне на данный момент. Хочу попасть на Паралимпиаду. А на данном этапе мы готовимся получить квоту на чемпионате Европы. Серьезной преградой на пути к новым достижениям становится отсутствие какой-либо инфраструктуры в доме для людей с ограниченными возможностями. В ситуации, когда лифт неисправен, Бариат поднимает на 7-й этаж ее родной брат. В иных случаях приходится обращаться к соседям. Проходящих мальчиков прошу, умоляю, делайте, да поднимите, да я же не могу, тяжелее этот, через лестницу вообще невозможно подняться. Поднимем, наши же люди не такие помогают. Приехал поддержать Бариат и друг девушки Магомед Исмаилов также сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с трудностью передвижения. Он считает, что Махачкала вовсе не приспособлена для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Если, допустим, инвалид хочет добраться собственноручно сам куда-то, это можно поставить крест. То есть для него в первую очередь очень опасно для его здоровья. Малейшая, там, допустим, ямочка, малейшая преграда, там, 5 сантиметров, да, он может упасть, и остаток своей жизни, вот одно падение с коляски, может привести к тому, что остаток жизни человек проведет в постели. С проблемой многолетней давности Бариат обратилась в Общероссийский народный фронт. Активисты тут же отреагировали и связались с руководителями ответственных организаций. Мы сегодня пригласили представителей госжилинспекции Республики Дагестан и представителей управления муниципального жилищного контроля, от которых мы узнали, что эти лифты по этому адресу включены в программу 2020 года по замене лифтового оборудования. Но это, так сказать, муниципальная программа. Мы, конечно, в свою очередь, Общероссийский народный фронт, будем обращаться в правительство Республики Дагестан с данной проблемой, чтобы этот дом все-таки попал в республиканскую программу и чтобы он не был, так сказать, вычеркнут из этой программы. Я, конечно, призывала бы чиновников, которые ответственны за решение этих вопросов, все-таки немножко включить свои человеческие качества и не относиться к этим вопросам как просто к своим должностным обязанностям. Тоже у нас каждый человек, и с каждым может это произойти. Представители ОЖКХ администрации города заверяют, что ремонт или замену лифтового оборудования произведут в течение 2 лет. Состояние подъезда также обещают улучшить в госжилинспекции республики. Что касается пандуса, его доработают для более удобного пользования. Но пока это только обещания, которых, как гласит поговорка, 3 года ждут. Хадижа Курбанова, Муса Салгирей, телеканал ННТ, Махачкала.